момент поймал, хочу показать этот асфальтоукладчик катерпиллеровский. АП-555И, ну то есть Е. У него интересная система. Гусеницы вот эти резиновые гладкие. А когда он в транспортном положении, вот этот передний каток поднимается. Мне кажется, он сейчас как раз и есть поднят. И он идет на ведущем. Он как-то по асфальту чесал. Я думал, его на трале везут. Давай, Браус, Браус! Я думал, он так быстро чешет, но есть один недостаток, который сегодня вот пришлось ему помогать. Он на таких гусеницах не то что по грязи, даже вот по простому такому грунту не может ехать. Я имею в виду, работать не может. Не может тянуть щебень. Они, конечно, думаны, что они уже по щебню пойдут. Короче, гусеницы плоские, абсолютно лысые. Я вот поймал момент, чтобы показать. Совершенно ничего не цепляет их за поверхность. Еще медленно едет и там, во-во-во. Быстро летает.